Вадик, дыши, руки за голову убери! Руки за голову, дыши, выпрями! Вадик, начинай работать, что ты скачешь, потом не бьешь. Бить надо. Стань жестко на ногах. Второй до окончания второго раунда чуть больше минуты. Бой продолжен. Красивый, открытый поединок. Я напомню, встречаются в этом бою весовой категории до 86 килограммов. В синем углу чемпион Москвы и Московской области, призер первенства России по муай-тай Никита Иванов, Москва, клуб «Варяг». В красном углу чемпион Северо-Западного и Центрального федеральных округов России,
Вадим Дмитриев, Санкт-Петербург, клуб «Сталинград». Два раунда позади, впереди третий, заключительный раунд этого боя. И перерыв завершен, секундантом покинут ринг. Третий раунд. Для вручения кубков приглашается вице-президент Федерации тайского бокса Санкт-Петербурга Юрий Геннадьевич Абросимов. В этом бою встречались Серюгал, Никита Иванов, Москва, клуб «Варяг». Ваши аплодисменты проявил бойцовские качества и характер, а это очень многого стоит. Вадим Дмитриев, Санкт-Петербург, Сталинград, Красный угол. В этом бою в третьем раунде за 35 секунд до окончания боя досрочно нокаутом победу одержал боец из синего угла, клуб «Варяг», Москва, Никита Иванов!
момент